Возле городского парка культуры и отдыха уже продолжительное время стоит неприятный запах. Жители заметили, что сотрудники соседних кафе и магазинов выбрасывают отходы в баки, которые, по мнению обратившихся, принадлежат близлежащим домам. Захламленная контейнерная площадка уже стала поводом для ссор. Контейнерная площадка на Карла Маркса 33 рассчитана на жилые дома управляющей компанией «Монолит». Карла Маркса 33, 35, Свердлова 1 и Ленина 52 и Свердлова 4, без магазинов и офисов. Бросили сюда. Обратите внимание, что они вот даже, ей приходится складывать за них коробки, вот со Свердлова 4. До каких пор? Уже второй год магазины, находящиеся на Свердлова 4, приносят весь свой мусор. Ладно бы они его просто приносили, они его бросают на землю, на входе. Все это разлагается, запах, а в такую жару здесь, ну, прямо рост всяких инфекций, бактерий и так далее. То есть мы боимся о том, что здесь может быть рядом с культурным местом, парком, просто рассадник различных инфекционных болезней. У них должна быть своя площадка. И причем я сегодня разговаривала с администратором кафе. Они бросают эти мешки с продуктами, совсем неподъемные. Дворник их поднять не может, мы свидетели были. Там какие-то из пивного бара или откуда таскают ящики и мешки с жидкостью. Оно все разливается, здесь пахнет, дети подойти не могут. К нашей управляющей компании претензий нет. Все, дворники работают за 500 рублей в месяц. Возят за тех жильцов, которые должны свое иметь. Там магазины, там офисы, там все должно быть свое. Директор кафе сказала, мы как бросали на пол, так и будем бросать мешки. Я говорю, так они неподъемные, мы к вам принесем их и вытрясем. Я с вами разговаривать не хочу. Жильцы надеются, что будут приняты меры по устранению мусорной проблемы. Оперативный комментарий от специалистов нам получить не удалось. Телекомпания ТВК отправила в городскую администрацию редакционный запрос. Тема взята нашими корреспондентами на контроль.